Майнкрафт. Все, это обсидиан тайма. За 3 минуты. Осторожно, я не являюсь майнкрафтером и не делаю видосы по Майнкрафту. Пожалуйста, не подписывайтесь ради него. Являешься. Ну, это сейчас он является. Мы сейчас знаем, что он является. Сейчас да, сейчас да. Спасибо. Делает. Зайти в игру, отключить автоджамп, добыть дерево, убить рыбу бревном. Я не отключал доски. Автоджамп. Мне всегда говорят, отключи автоджамп. А зачем отключать автоджамп? Мне удобно. То есть, когда ты подходишь к блоку, тебе не надо прыжок нажимать, ты сразу прыгаешь туда, на него. А у меня, видимо, отключён, и так никогда не было. Я просто иду, он сам прыгает. А если тебе не нужно прыгать, а оно прыгает? Вообще классно. Да? Ну, не знаю. Плавать в болоте, собрать бамбук, понять, что заспаунился в тупом биоме, начать путешествие, избить овечку, сделать кирку, улучшить ее, еще больше камня и совсем щепотку угля, построить землянку. Теперь у нас есть дверь, найти подземную это шахту. Это у него, такая хата мощная, на самом деле. У нас обычно это по закапыванию в землю из 3 кубиков, потом мы ночью, чтобы просто так не ждать, вот под себя, ну не под себя, а рядом с собой, под себя копать. И потом сам в шахту себе такой вырываешь. Убить зомби, мышь. Накопать железо, убить утопленника, найти живого огурчика. О, привет, паук. Ешь, пей, плавь железо. А это что за книга? Хрень. Железная кирка. Офигенная железный меч. Хреня. Штаны за 40 гривен. Пересечем океан. Красивые рифы. Высадиться на поляне. Увидеть красивый закат. Найти подводную банду. Чё-то вас здесь найти много. Кровать. Полчаса бить найти их. Кровать. Чуть не умереть от крипера. Исследовать руины. Найти морковку. Ух ты, карта с сокровищами. Сделать кровать. Вот пас, эти, да, пас. Да, да. Вот. Прийти на крестик. Дельфина, потолкаться с ним, найти клад. Охренеть, я богат. Продолжить путешествие, мощно. Приплыть в жопу, плыть обратно. Супер ниндзя черепашки, та-та-та-та-та-та-та. Найти коробку бомжа. Какой большой гриб. Я бы здесь жил. Погодите, это ж Майнкрафт. Поселиться в грибе. Понять, что он не удовлетворяет нашим потребностям. Я никогда не находила грибной биом. В смысле, я же делала домики из грибов. Жить в грибе прям. Ну да. Сделала так? Нет, мы с тобой не находили грибной биом еще. Не, прям в нем жить. Ну да, прямо там, да. Может, домик прям сделать? Да, можно сделать домик. Деревню. Да. Своровать у них пшеницу. Найти обсидиан. Все. И немножечко все, и убить их. Ух ты, домик. Нет, зачем? Убить просто ее. Своровать. Ограбить ее мухомор. Нет, сложно. Теперь я чувствую себя злодеем. Но это даже лучше. Найти пустыню. Стать королем кроликов. Войти в храм. Обезвредить ловушку. Кстати, я никогда кроликов не пыталась на морковку подманить. Их можно на морковку подманить? Видел, как они к нему все прибежали? Ну, вообще логично. Просто мы так не делали. Ну да. Вот яблочко. Найти еще одну деревню. Продать им пшеницу с прошлой деревни. Диванный бизнесмен Майнкрафта. Да можно свою уже продавать. Добраться до джунглей. Забраться на дерево. Ты что там делаешь? Ты что, дебил? Построить домик на дереве. Повзорвать криперов. Это очень долго строила, да. Рубить дрова. Построить мостик. Все еще рубить дерево. Сделать красивый колодец. Да, деревьев нужно тут много. Бассейн целый. Начать раскопки. Хоть я и инженер, но редстоун это хрень. Какие-то синие камушки найти. Набрать водички. Сделать алмазную кирку. Зачаровальню. Добывать самого себя. Понять, что портал не поджигается. Вот я тупой, а. Тупые лаги. Понимаю. Добыть немного кварца. Убить кучу блейзов. Сдохнуть от скелета. Выбить голову из сушителя. Построить библиотеку. Счаровать кирку. Приручить попугайчика. Назову тебя Катышек. Потом... Как ты знаешь, у него Катышек попочный, да? Это как он называется? У него как-то очень сложные вещи вперемешку с очень простыми. Ну, не знаю, на мой вкус. Ну, то есть я бы сначала взяла супер простые, а такие супер сложные откладывала бы на потом. Совать с попугом, размножить кроликов, приручить Кисюлькина. Теперь ты пушистый блинчик. Адский прыщ теперь у нас. Убить Гаста его же фаерболом. Еще парочку голов. Обнять Бориса. Упасть с лестницы. Создать тортик. Синяя шерсть, белая шерсть, красная шерсть. Вроде ни разу не делала торт. Скрафтить лук, зачаровать его, все еще упасть с лестницы. Призвать осушителя, устроить Вьетнам для кроликов, убить визора, скрафтить маяк. Жалко, сатана не призывается. Построить ловушку с динамитом, нафармить эндерменов, сварить немного зелий, сделать кучу глаз, пошамкать животных на прощание, сейчас отправиться на поиски, начать раскопки, найти руины. Дракона. Как много книг. Все сворую. Отбиться от серой живой кукурузы. Блин, мы ни разу еще не побывали здесь. Оборону, да. Собрать дыхание дракона. Уничтожить кристалл. Мы не прошли Майнкрафт до сих пор. И еще да. Один. Уничтожить эндер дракона. Аллилуйя. Поздравляю, ты все прошел. Это дождь из опыта. Яичко, пойдем со мной. Титры. Построить новогоднюю елочку. Сделать поршень, который поднимает поршень, так, который все, поднимает поршень, который Майнкрафт, поднимает поршень. Найти какую-то дырку. Залететь туда. Собрать какую-то а хрень. А элитры ну будут? Да, это и правда хрень. Найти какой-то замок. Здравствуйте. Вам нормально, алло? Тупые коробки. Нормально. Вот это паркур. Взять элитры. Украсть голову дракона. Вернуться домой. Тебе яйцо, а тебе голова. Полетать на элитрах. Найти подводную крепость. Ой, здравствуйте, а вы кто такие? Так убить круглого губка Бибу. Найти сокровище. Умереть от собственной ловушки. Срать все вещи, прокопать вниз за алмазами, твари пушистые слезть с кровати, еще. Выйти из игры. Ага. Обычно после вот... Убийство дракона, все заканчивается вообще. А у меня обычно после заканчивается все после потери вещей. Это знаешь, когда собиралась вещи, там кирку какую-нибудь алмазную, шмотки алмазные, такой насобирал, такой... И где-нибудь так нелепо сдох, взрывался крипер какой-нибудь. Знаешь, как будет чаще всего? А ты даже не знаешь, где ты, и такой...
и бросаешь. Ну, чаще всего ты идешь, кучу собой кирок берешь, и ты же 20 алмазы. Копаешь, копаешь, кучу алмазов накопал. И я говорю: Вадим, все, давай выходить, нужно занести домой алмазы. Такой: ну нет, еще чуть-чуть покопаю. Ну нет, еще чуть-чуть покопаю. Рядом срывается крипер, ты сдыхаешь. Непонятно, где все это теряешь, все алмазы. Ужас. Все это, и ты не можешь найти. И все такая боль, жопа боль, просто страшная. В общем, вот такая получилась реакция. Спасибо большое за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.